будто... Мы близки к разгадке. Вирус убивает себя через несколько секунд, но склонности к мутациям не обнаружено. Последние усилия, можно будет начинать работы над экспериментальными штаммами протовируса, если хватит денег, конечно. Ну-ну. Товарищ первый, это правда, что проект закрывают? Немыслимо. Ведь Запад ведет подобные исследования. Лаборатория в Гренландии опережает нас. У Пентагона всегда есть деньги на оборону. Необходимо продолжать такую грандиозную работу. Похоже, придется сотрудничать с нашими северокорейскими друзьями. Не вижу другого выхода. То есть, все разработки переносятся на их территорию? Что поделаешь, у нас нет выбора.